Сорт яблони розмарин белый. Культивируется в Тавриде с конца 19 века. В интернете написано то ли итальянской, то ли австрийской селекции. А может быть, введен розмарин в культуру во времена, когда итальянские земли на севере были под короной Австрии. Даже в Римени, это почти же центр Италии, стоял австрийский гарнизон. Вот это как с фундуком трапезунд. Считается он турецкой селекцией. А введен в культуру в южных и горных районах Тавриды еще греками, 2000 лет тому-то назад. Так как эти районы с 15 века были захвачены турками, и провинция была турецкая, то так и пошло считаться фундук, трапезунд турецкой селекции. Но ближе к делу. Написано в интернете разного. И болеет розмарин, парша одолевает. Вот посмотрите, ну не вижу я тут парши особо так. И при малейшем ветре начинает он падать. Уже неделю ветер 15-17 метров где-то есть, вот даже видно, ну опада десятка полтора, не больше. И что через год урожай он дает, и требует почв хороших, и полива достаточно. Вот посмотрите, виден там штамп, там, как говорится, и конь не валялся, никакого полива, никаких обработок. Ну и так далее. Да, еще написано, что очень хорошо он удается на карликовых подвоях, но почему-то недолговечен. Ну, это естественно. Много я об этом говорю. Ну, вот с этого мы и начнем, недолговечности. Вот этому дереву, наверное, лет 30, а может быть и больше. Привит на сильнорослом подвое сеянца дикой яблоньки. Я эту историю уже рассказывал. И вот я считаю, что сильнорослый подвой этот, он портит картину интернетовскую. Почва здесь смытая, химобработок никаких. Ну, вода только то, что с неба упадет. Основная потеря в садах – это плодожорка. На юге до 3 поколений она может размножаться. А вот прочность кожицы розмарина, она просто-напросто не дает, я так считаю, вот этой самой плодожорке внедриться в яблоко. И поэтому опада от плодожорки нет. Потому что самой плодожорки нет. И вот самое главное, это урожай ежегодный. Вкусовые качества, ну будем так говорить, на любителя. Дубоватый он несколько. Но есть одно несомненное у него преимущество. Считаю, что по качеству моченому розмарину нет равных. Ну, а это уже стратегический запас, моченые яблоки и закуска неплохая. Заведите себе розмарин, но только на сильнорослом подвое, и будете довольны. Желаю вам всего хорошего.